Здравствуйте! Областной врачебно-физкультурный диспансер предлагает вашему вниманию комплекс упражнений лечебной физкультуры при гиподинамии. Гиподинамия – одно из следствий технического прогресса. Бороться с ней не так уж и сложно. Физические упражнения активизируют все функции организма, повышая его тонус. Данные упражнения можно выполнять как в домашних условиях, так и на рабочем месте. Перед началом выполнения упражнений проконсультируйтесь с врачом. Для выполнения упражнений нам понадобится стул. Поставьте ноги на ширине тазобедренных суставов, большие пальцы вперед. Раскройте грудную клетку, потяните мышцы живота и потяните за руками вверх на носки. Сделайте вдох, опуститесь на всю стопу, сделайте выдох. И еще потяните за руками вдох, опуститесь на всю стопу, выдох. И еще вдох. И выдох. Последний раз за руками потянитесь вверх, вдох. Опуститесь на всю стопу, выдох. Руки на спинке стула, руки вперед, вверх, по одной ноге отводим назад на носок. И раз, два, три, четыре. Выполняем упражнение на вдох, расслабляемся на выдох. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Нога в сторону. И раз, два, три, четыре. Выпрямляем ноги, тянемся носком в сторону, подбородок на грудь не опускаем. И еще раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, по последнему разу вдох, выдох, последний раз вдох, закончили. Руки на спинке стула, сделайте небольшой шаг назад, приседаем с прямой спиной. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, последний раз, два, три, закончили. Обойдите стул, занимаем исходное положение сидя, на крае стула, ноги параллельно, руки на краях стула, повороты головы вправо, и раз, два, с выдохом вернитесь в исходное положение, поворот влево, продолжаем, выдох и вдох, выдох, вдох, еще раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. По последнему разу наклоны головы каждому плечу с выдохом. Раз, два, три, четыре. Влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И еще. Закончили, закончили. Круговые движения кругами назад. И раз, два, три, четыре. Круговые движения вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Круги вперед. Раз, два, три. Закончили. Руки поднимите вверх, сделайте вдох, пальцы в замок на затылок. Раскройте грудную клетку, повороты вправо. Раз, два, три, четыре. Выполняем с выдохом. Подбородок не прижимаем к груди. Мышцы живота не расслабляем. Прямая спина, прямая. И еще. Последний раз. Закончили. Руки у груди. В замок. Ноги прямые. Наклон каждой ноге поочередно. Раз, два, три, четыре. Выполняем наклоны с выдохом. Возвращаемся с исходного положения на вдох. Выдох под колено. Растягиваем мышцы задней поверхности ног. Наклоны вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Два, три. Закончили. Руки на края стула. Стопы параллельно, поочередно подъем голени вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Две ноги вверх. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Последний раз. И закончили. Ноги прямые, руки в стороны. Вдох. Наклоны со скручиванием. И выдох. Смотрим поверх пальцев в потолок. И выдох, и вдох, и раз, два, три, четыре, раз, два,
три, четыре, еще раз, два, три, четыре, последний раз. И закончили стопы параллельно, руки на краю стула, правая нога на левой. Круговые движения стопой в сторону. И раз, два, три, четыре, вовнутрь. И еще в сторону. Раз, два, три, четыре, вовнутрь. Раз, два, три. Закончили. Поменяйте ноги. Левая нога. Круговые движения в сторону. И раз, два, три, четыре, вовнутрь. Раз, два, три, четыре, в сторону. Раз, два, три, четыре, вовнутрь. Раз, два, три. Закончили. Стопы параллельно, поочередно поднимаем носки и пятки вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Последний. Вверх, вниз, вверх. И закончили. Потянитесь руками вверх, сделайте вдох. Опустите руки вниз, выдох. И еще потянитесь руками вдох. И опустите руки вниз, выдох. И еще глубокий вдох. Выдох. Самый последний раз. Вдох и выдох. Закончили. Спасибо за внимание.